и экономичные революционные разработки. Чтобы выходить силой мысли за пределы возможного. Воздушный шар в духе Жюль Верна. Надо подставить ладонь. Экспо представляет собой такой вот в центре шарик, и вокруг него вот радиусом идут такие павильоны разных стран. В сам центральный шарик мы пойдем, скорее всего, послезавтра, ну, на выходные дни. Это будет финал нашего похода по выставке Экспо 2017. Сейчас посетим Японию. Вся суть японского павильона в том, что в Японии нету нефти, нету газа, и они переходят больше на возобновляемую энергию, то есть ветер, атомная энергетика, солнечные заряды, солнечная энергия. Минасан. Конничива. Японияда қош келдіңіздер. Айтпақша, сіздер Жапония туралы қаншалықты білесіздер? Өздеріңіз көріп отырғандай, Жапониядағы энергия көздерінің басым бөлігі импортқа тәуелді. Сондықтан энергияға қатысты шешілмеген мәселелер жетіп артылады. Жапонда отты бұрыннан жақсы пайдалана. Жапон қылышы әлемдегі ең ірі қылыштардың бірі. Мықтап қолға алуда. Сутегі энергиясы саласындағы технологияны дамыту. Болашақта машина ездящая на водороде. Кілті болмақ. Да, в Японии были изобретены светодиоды, за которые была получена Нобелевская премия. И они распространились по всему миру. Это прорыв был, светодиоды, фотосинтез, водород, энергия. Мы за полдня прошли меньше половины выставки, у нас есть еще один день посещения. Я надеюсь, что мы остальное все пробежимся, добьем, потому что мы в воскресенье обязательно выйдем пораньше. А возможно, даже и третий день придем, может быть. Здравствуйте, уважаемые зрители! Второй день прогулки по Экспо, посещения выставок и экспозиций. Давайте пройдем, продолжим нашу экскурсию. Первая сегодня экспозиция у нас будет Аргентина. Как всегда, ставим печати. Спасибо. Очередной павильон Сербия.
такие интересные беседки, стилизованные как у хоббитов, какие-то домики. Сверху газон, искусственный или натуральный. Давайте посмотрим. Искусственный, но выглядит как натуральный. Сейчас мы будем посещать павильон Израиля. Следующая экспозиция, это у нас слова «Кучёсок новых людей». Что, вот неинтересно, не верится? Прицеп, который питается за счет солнечной ветровой энергии. Ну, типа палатка. Я так думаю, туристы будущего будут ходить с такими домиками. Надувными такими. Теперь очередная экспозиция, это Румыния. Следующая экспозиция – это Франция. Огроменный шарик. Надо подставить ладонь. Thank you.
окно в Париж. Практически во всех смыслах это переработка отходов в топливо какое-либо, газ, либо энергия какая-то, электрическая, например. Воздушный шар в духе Жюль Верна. Во французском павильоне классные вот эти вот моменты. Мне нравятся, как вот воздушный шар в стиле Жюль Верна, картинки вот этих фантастических рассказов, наподобие как про капитана Немо. Я ищу больше не про энергию, а в духе что-нибудь приключенческом, конечно же, в экспозициях, таких как вот экзотические страны, или еще не до конца изведанные страны. Но будем искать дальше что-нибудь интересное, что-нибудь с джунглями, пустынями, заброшенными старинными постройками, гробницами, возможно.